Остановка «Рынок у Александрии» на улице Московская. Теперь здесь перестанет останавливаться целый ряд автобусов, следующих в сторону вокзала. Вот список городских и пригородных маршрутов, для которых этот остановочный пункт будет исключен. Это касается автобусов, которые идут с улицы Конституции. А для тех автобусов, которые едут с развязки «Кубанское кольцо», остановка «Рынок» остается в схеме движения. Общественный транспорт с номерами, которые вы сейчас видите на своих экранах, по-прежнему будет делать там остановку. Нововведение сегодня прокомментировали в городском управлении транспорта. Причина изменений – безопасность пассажиров. Через данный остановочный пункт проходят 25 маршрутов, которые обслуживаются 400 единицами автобусов. Физически пропускная способность данного остановочного пункта не позволяет обеспечить безопасную посадку-высадку пассажиров таким количеством общественного транспорта. Это связано с тем, что люди подвергаются опасности быть просто-напросто, оказаться под колесами тех же самых автобусов, с которых они выходят. Как пояснили в управлении городского транспорта, значительных неудобств сочинцам изменения не принесут. По-прежнему действует альтернативная остановка на улице Конституции у подвесного моста. Она находится всего в 2 минутах ходьбы от остановки, что у Александрии. Добавлю, что остановка «Рынок» для ряда маршрутов перестанет действовать с 10 августа. Таким образом, город вернется к схеме движения, которая действовала на этом участке до 2009 года.